Меньше месяца осталось до того момента, когда нерюнгринцы смогут оценить совершенно новый для них самих, так и для большинства регионов нашей страны сервис, который позволит не только упростить проезд в общественном транспорте, но и сэкономить свои средства. Что это за сервис, расскажут наши корреспонденты. С 15 мая 2017 года в нерюнгринских рейсовых автобусах начнет свое действие электронная система проезда. Данное новшество позволит сэкономить горожанам на каждой поездке до 5 рублей, а также станет удобным сервисом, исключающим вероятность утери денежных средств. Чтобы не носить с собой мелочь, оплата будет осуществляться по картам и по мобильным телефонам. В настоящее время в 6 точках города производится установка терминалов реализации проездных карт. Количество возможных поездок по одной приобретаемой карте будет возможно в количестве 20, 40 и 60. Школьникам, студентам, то есть приобретать не только с низкой стоимостью проездные билеты, но и, как обычно, дети у нас могут и деньги потерять, то есть здесь и гарантированно, то есть что он доберется как бы в наших суровых условиях зимой, то есть до школы, либо обратно домой, там, до какого-то кружка. Помимо всех имеющихся плюсов данного современного сервиса, также есть еще один немаловажный фактор, влияющий как на жизнедеятельность горожан, так и на работу самой автотранспортной компании. Появляется возможность четко и правильно определить расписание движения и маршрутную сеть, тем самым проанализировать и усовершенствовать работу компании, совершающей ежедневную перевозку тысячи пассажиров. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.